Здравствуйте, дорогие друзья! Это мой канал Рауф Механик в Ютубе. Это мой номер. Если что, пишите, позвоните. У нас сегодня Kia K5 двухлитровый. Так что машина не едет. Пробег 409 103 километра, ребята. 409 тысяч с копейками. Так что троит. Клиент звонит мне. Несколько дней назад, конечно, сегодня приехал, но несколько дней назад звонили. Пока двигатель горячий, только заехал. Проблема в чем? Проблема. Машина болтается. Человек таксует, когда сидят клиенты. В общем, бесплатный массаж. Болтается все. Но, говорит, поменяли свечи, катушки, электрик, все смотрел, все нормально. Что еще может быть? Ну, говорю, что может быть? Клапана. Кроме клапанов здесь больше ничего быть не может. Все проверено по электричеству. Говорят, все нормально. Откуда знаешь, мне говорит. Ну, я ему говорю, мастер, а жопа тоже мастер. Так что, точно не знаю я. Но, я думаю, это клапана. Сейчас вместе посмотрим, ребята. Сейчас проверим все компрессии. Сейчас достану катушки. Что там по одному болтам. Откручиваю свечи. И проверяем компрессию. Свечи действительно новые. Ребята, смотрите внимательно. Здесь сухо работало, видите. А здесь как мокрый. Вот, получается, эта свеча не работала. Вот рабочий, не рабочий. Посмотрите. Значит, все-таки проблема в первом цилиндре. Сейчас посмотрим. Здесь тоже нормально. Здесь тоже сухие они. Но здесь газ, ребята, бензин нету. Но газ все равно, какая-то влага там есть, компрессия. Все такие. Сейчас попробуем. Прежде чем компрессию померить, ребята, газ отключайте. Форсунки имею в виду. Неважно, бензин, газ, надо отключить. Когда будем двигатель крутить, газ до пола, ребята. Нажимаем и все. Вот газ отключен. Сейчас попробуем. Заходим на первый цилиндр, посмотрим, в чем проблема. Есть. Все, установил компрессор. Метр, ребята. Сейчас делать так, чтобы вам видно было. Вот так, ребята. Компрессометр. Двигатель горячий. Пошел крутит. Пока я сам не вижу, ребята, сколько здесь? Сколько здесь? Да не сколько, ребята. Один, что ли? А что это? Полатмосфера? Полатмосфера, ребята. Еще раз попробую. Может, компрессометр не работает, не понял. Thank you.
Ноль, ребята, ноль. Пол атмосфера, еле-еле шевелится и все. Так что все-таки клапана. Сейчас проверю и второй. Может, действительно не работает вот эта хрень. Компрессометр сейчас отсюда открутим. Сейчас назад чуть-чуть, а то скажете, я вас обманываю. Сейчас пробег тоже покажу вам. А то каждую минуту пишите, сколько там пробег. Пробег не сказал. Я сказал, вы внимательно посмотрите. Послушайте. Смотрите видео, пиво пьете. Конечно, не будете слышать. Сидите на диване, думаете, все это легко делать, да? Руки смотрите. И потом вопросы задаете разные. Почему я то не сказал, почему-то то не сказал. Не сказал, зато показал. Вы же видите, ребята. Вот сейчас этот уже и второй. Сейчас посмотрим. Здесь если ноль будет, значит эта хрень не работает. Посмотрим, что там. Идем. Ого. Значит, вот так, ребята. Посмотрите. 11,5. Так что смысла нету дальше, я думаю. Ну, еще посмотрю. Но смысла, я думаю, нету. Все равно клапана изгоревшие. Так что там не важно. Один клапан сгорел, два или 10. Все равно голову надо снимать. Так что, вот смотрите. Ребята. 11,5. Пускаю. Оп. Все. Так что, как говорят, земля ему пухом, ребята. Головка умер. Сейчас идем пробег покажу вам. Ребят, так что сейчас буду разбирать голову. У меня в канале есть такой мотор. Много. Там смысла нету показать. Ну, в некоторых местах покажу, конечно. Там что-то есть такие интересно будет. Так что разбираю голову, когда уже, дай бог, болты откручу. Откручу, можно сказать, с вами откручу, вы увидите. И подниму перед вами, переверну голову. И вместе посмотрим. И все, я начал. Для меня несколько часов, а для вас несколько секунд, скорее всего. И все, начинаем, ребята. Вот, ребят, разобрал все. Разобрал все. Двигатель очень-очень-очень грязный. Просто говно. Здесь масло такое ощущение никогда не меняло. Даже болты только снимал. Ребята, здесь еще хотел сказать. 4 шайбы остается. Некоторые выходят с шайбами 6, а 4. Вот все, и помойку, все они на мойку пойдет. Так что сейчас достаю болты, снимаю головку. Состояние поршня, ребята. Вот видите, здесь изношено. По бокам хом видно. Но для 400 тысяч это, в общем, отлично. Но поршня немножко болтается, конечно. Ну, 400 тысяч это положено, ребят. Есть немножко, но оставить будем. Мы туда не тронем, конечно. Сейчас покручу еще. Опа. Ну, первый тоже так. И четвертый такая же хрень. Но пока пойдет, ребят. Насчет. Это четвертый цилиндр. Третий. И второй. Вот у нас первый цилиндр. Значит, получается, у нас клапан сдох. Вот этот. Получается, у нас один или даже два. Не один. Один выпуск. Выпуск даже не сидит на месте. Распредвал снята. Он должен упираться до конца, но двух сторон сгорело. Сейчас поближе сделаем совсем. Посмотрим, получится ли показать вам. Вот это отверстие, ребята. Вот. Вот.
вот здесь сгоревший и здесь сгоревший, с двух местах. Так что это пойдет на шлифовку. Дай бог поставлю. Шлифовку, ремонт полностью будет. Направляющие втулки посмотрим. Клапана какой надо поменять, поменяю. Какой не доставлю. Дальше уже поставлю, сниму, покажу вам. Ну, у меня много таких моторов есть, ребята, в моем канале. Так что после установки уже покажу вам, как работает двигатель.